Я тут распинаюсь, как всегда. Я забыла микрофон включить, ясно. Так, тогда снова здорово. Значит, всем добра. Давно с вами не виделась, и у меня болели дети дома. Сейчас они в садике, и у меня есть несколько часов, чтобы поуверить и немножко прийти в себя после долгого перерыва. У меня несколько новостей для вас, собственно. Ну, первое, что мы сегодня уверим. Вот, у меня много времени нет, я все-таки отдыхала за последнюю неделю, потому что очень сильно утомилась, у меня просто уже от количества звуков в комнате уже просто голова гудела. Вот. И сейчас, значит, мы оверим. Потом у меня есть, говорю, две новости. Ну, во-первых, ссылочку там в чатике. Это на конкурс, который завершится уже завтра, включительно. То есть завтрашний день включительно до 11 часов 59 минут. А вот, кто хочет поучаствовать, у вас еще есть время, пожалуйста, участвуйте. Также я принимаю участие в конкурсе, ой, не в конкурсе, господи, а в ММК, Moscow Comic Con, так как вы уже, да, знаете из новостей в паблике. И, собственно, там, скорее всего, 30 числа я буду вести лекцию, вот, так что, кто захочет, можете прийти и послушать. Так. Из остальных таких новостей больше особо ничего нет. Также еще я на этот Комик-кон буду рисовать отдельную иллюстрацию. Ее выкладывать я нигде не буду, однако, возможно, я узнаю по имейлу, пока что не знаю. Процесс, скорее всего, можно будет постримить, поэтому вы сможете посмотреть. Но выкладывать я ее не буду, она будет опубликована в официальном артбуке по Moscow Comic-Con и там выдаваться как приз за там какие-то конкурсы, мероприятия и прочее-прочее. Вот. Так что тоже не пропустите, выложить я эту работу смогу уже только 2 мая. Вот. Собственно, кто еще не знает, с 29 апреля по 1 мая идет этот Комик-кон, 3 дня на ВВЦ он проходит. Вот. Так что я там тоже буду. Буду рада встрече с теми, кто захочет встретиться, собственно. Вот. По поводу овера конкретного, опять все, блин, пошло мимо ушей, ладно. Значит, первое, что я сделала, значит, у меня есть референс к этому рисунку, и я могу его поправить вот, относительно его. Первое, что я сделала, это немножко подправила боковую линию, то есть было классическое 3/4 у девушки нарисовано на рефе, у нее более опущенный подбородок, то есть более вот так вот опущенное лицо, и слегка оно разнится с тем, что получилось на рисунке. Вот, поэтому исправляем уже касательно того, что на рисунке. Поправила немножко макушку, какая бы ни была прическа, раз автор отталкивался все-таки от оригинальных пропорций каких-то, то все-таки мы будем следовать этому. Вот. Далее. Ну, то есть поправила я линию немножко бровей, все увела относительно перспективы. Вот линии, которые подчеркивают эту перспективу на лице. Вот, так. Ну, собственно, давайте продолжим дальше. Ничего не пропустила такого. Да, комментарий автора, который вы так и не услышали. Сейчас я его процитирую еще разок. Попытка в анатомию. Референс прикладываю. Хотела сделать грудину бледной, но не вышло. И с головешками до сих пор печаль. Меня от этого почти не бомбит. Однако хочу отметить, что у меня вышел лучший плечевой блик в моей жизни. Призываю Бога оверов, дабы он указал своим праведным редлайном пропорции верные. Вот, собственно, насчет Бога оверов, конечно, могу поспорить, но раз уж я это делаю, то пусть будет. Сейчас, секундочку, еще раз овер открою. Этот сам референс. О, добра, давно не виделись. Дальше. Значит, ключица у нас сломалась. Вот. Сломалась она, как это, косточка сама сломалась, вот, крайне так неудачно. Шея получилась длиннее, чем на референсе, вот. Но я подозреваю, за счет все-таки наклона головы мы можем это исправить. Немножко давайте увеличим подбородок, вот, раз уж мы к этому пришли. Потому что получился классический вид 3/4. То есть она подбородок нарисовала, как будто он опущен, голова у нее, а само лицо как будто, ну, в обычной 3/4, то есть без наклона.
Вот, поэтому сие мы должны с вами поправить все-таки. Давайте это сделаем. Так, ушко вернем немножко на место. Так, как-то вот примерно вот так ушко у нас будет здесь, потому что, опять же, на референсе оно гораздо выше, потому что голова наклонена. Тут ничего особенного нет. Вот, на мой взгляд, вкус и, наверное, все-таки какую-то тоже анатомию, давайте все-таки немного носик. Кстати, его лучше не бежим рисовать, а в красноту немножко, потому что здесь много сосудов на носу. Вот, и крылья носа, значит, кончик носа, да, он часто показывается красным, не потому что там человек замерз или что-то такое, а чтобы, во-первых, визуально носик отделить от лица, то есть чтобы он был более выпуклым, да, то есть чтобы он выходил на более на передний план относительно лица. Вот, поэтому не бойтесь, и прям вот в такой, давайте немножко красненький оттеночек. Вот, на нем, кстати, гораздо приятнее рисовать блики на этом красном оттенке, потому что блики-то у нас более светлые, и контраст создается больше, чем на этом самом, ну, на бежевом. Вот, на бежевом труднее это сделать, при условии, что он и так весь полусветлый, там все такое. Вот, немножко я делаю другую форму носа, выведу его слегка подлиннее относительно рта, относительно, ну, то есть место, где он вообще у нас располагается. Вот, так, смотрим, что получится. Так, а свет у нас откуда идет? Откуда-то сверху, сбоку. Ну, где-то вот так, наверное, блик будет. Вот. Только вот за счет вот этих вот правок, смотрите, я совсем чуть-чуть сделаю, он уже обрел некие свои очертания и даже объем, хотя тут особо я ничего не делала, я так пару мазков ляпнула и все. Вот, глаза. При том, что у девушки на референсе, опять же, глаза выпуклые, то есть такие, знаете, вот есть, вот как у меня, да, есть у некоторых не мешки, но вот они просто выпуклые такие, да, выступающие из глазниц. Вот, при этом у девушки на рисунке получилось, ну, не так. И нужно, несмотря на это, можно придать глазам больше объем, чтобы вот не было вот таких вот сглаживаний под, господи, ну, там, где веки, да, наши, там, где мешочки глаз. Вот, можно дополнительную линию вот так вот провести. Вот, блин, не такую красную сейчас. Сильно жирно получилось. Вот какой-нибудь вот такой оттенок. Вот, он просто ваши глаза немножко сделает более выразительными, даже если вы не рисуете подводку, например, под глазом. Вот, и на место немножко поставит ваши глаза. Сейчас мы это сделаем. Не так просто на таком разрешении, конечно, делать. Мне лично хочется побольше, чтобы было. Значит, так. В принципе, форма глаза этого хорошая. Вот, здесь можно немножко подправить. Вот смотрите, видите, вот здесь изгиб. Вот примерно такой же изгиб может быть и здесь. Вот. Как бы, ну, параллельное, что-то вроде параллели. Вот. Доведите глаз до нужного, ну, то есть зрачок до нужного места. Вот, поверните рисуночек, чтобы посмотреть, насколько вам это удалось ровненько это все дело сделать. Так, что-то непонятно, рисую цветом или не рисуется. Вот, смелее можно делать жирнее ресницы, да, на краю глаза, то есть к уголку глаза. Вот. И, соответственно, здесь можно реснички наши показывать. И здесь смотрите, чтобы реснички в разные стороны не смотрели. Вот видите, вот под таким наклоном она здесь. Значит, и здесь примерно под таким же наклоном должно быть. Вот. Делайте. А потом уже отдельно реснички вырисовываете, так, чтобы оно вам как-то, ну, соответствовало друг с другом. Вот. А дальний зрачок получился чуть больше, чем ближний, поэтому следите за этим. То есть перспектива здесь тоже играет роль. Смотрите, чтобы оно соответствовало у вас.
Нет, судя по этому самому, здесь лик будет не здесь, будет на нем. На дальнем глазу можно сильно не делать блик, потому что он будет перетягивать очень внимание. Вот такой небольшой какой-то сделать, чтобы он просто был. Вот, дальше. Вернемся к нашим барашкам. Губы. Так, ну, я здесь подправлю только, наверное, линию губ. Значит, запомните, то, что идет поверху, вот тут вот линия губ, да, на ее, скажем так, контур. Если свет падает, ну, с какого-нибудь классического направления, там, сверху, там, слева, сбоку, не важно, не снизу, вот, откуда-нибудь, ну, да, чтобы немножко сверху, там, сбоку, то линия вот этой верхней губы, она будет подчеркнута более светлым оттенком, ну, прям вот в 99% случаев. Вот, ваша задача просто правильно центр расположить, чтобы центр был на месте. Ну, для этого просто крутите картинку, смотрите, либо проводите симметричные линии, да, по центру, вот так вот, как у вас на месте, или все. Вот, при этом верхняя губа, естественно, будет темнее, чем нижняя, поэтому берете цвет, который у вас в верхней губе, и просто чуть-чуть его осветляете и перекладываете на нижнюю, дабы осветлить ее, потому что на нее свет будет падать в нашем случае больше, чем на верхнюю. Вот. Значит, старайтесь избегать оттенков зеленцы какой-то или еще чего-то. Я понимаю, мониторы у всех разные. Вот. Но в конце лучше, не знаю, например, в фотошопе это как-то обработать по этим самым, по уровням и каналам. Там есть в слоях вкладочка «Каналы». Вот. Выбирайте, например, какой-нибудь красный и набирайте Ctrl-L, нажимайте Ctrl-L и там двигайте ползунки, смотрите, что у вас вот эта зелень ушла. Вот, из теней. Значит, поэтому следите за этим, это важно, оно дает вашему рисунку дополнительный плюс, скажем так. Вот, немножко вот здесь я выступаю, челюсть делаю. Ой-ой-ой, захватила серого. Вот поэтому не люблю серый, он в сочетании с бежевым дает какой-то грязный оттенок, такой ужасненький. Вот, поэтому с ним надо аккуратнее. Видимо, за счет света я только это сделала, но это вполне достаточно. Тут светлый оттенок должен быть, светлый кусок такой. Вот. И, значит, наш подбородочек, который мы пришли наконец-то. Вот, можно здесь поконтрастнее сделать, чтобы как-то его отлепить от плеча. Вот. При этом я понимаю, что он тут на плечо облокачивается. Вот мы за счет вот этой вот линии покажем это. Вот. Далее что? А так, наша ключица, которая сломалась. Давайте ее выпрямим. Вот. Здесь я уже следую исключительно рефу, потому что сама я, ну, без рефа такое не нарисую пока. Вот. Тоже не совсем прям 7 пядей во лбу, и не все я умею пока что. Вот, поэтому смотрю исключительно на реф. Смотрите, кость ключицы, она вот она, прямая. Вот. Она изгибаться сама кость, она не может. Но двигаться она может, да, за счет сустава, который вижу, да, у нас на ключице, то есть она может. Вот видите, вот я изогнула ее, то есть она, ее хорошо видно, и она просто, ну, придает, вот здесь вот ямочка такая, и она может, вот я вот плечо так же сделаю, как она, вот, и она может изгибаться, собственно, только двигаясь как стрелка, да, то есть не деформироваться, вот. Поэтому помните, что ключица всегда прямая. Вот, просто выпрямляете ее и все, ведете до, ну вот, вот на плече есть, да, вот, вот этот момент, где она соединяется с плечом, вот тут такая вот выемка у нас, вот, а здесь она соединяется с плечом, вот тут вот. И, собственно, вот до этого момента вам нужно ее довести, вот, я пытаюсь вот, вот здесь вот показать, вот тут вот она где-то заканчивается, вот здесь. То есть вы до этого момента ведете эту кость, как бы просто прямую рисуете. А далее делайте просто небольшую форму этой кости, потому что она же не просто как палка прямая, а у нее есть, ну, своя форма. И вы просто дорисовываете эту форму, собственно, как здесь на рефе показано. Вот, небольшая вот такая выемочка на кости. Вот, и небольшая, и вот здесь вот выемочка. Вот, а дальше сама кость прямая, она никуда не сгибается и не ломается. Вот.
И здесь, значит, уже мышцы другие выходят, там тень, цветотень, все такое. Это все по рифу сделано, в общем-то, вполне правильно, они способны на жизнь, оставим. Вот. Далее, вот здесь сосцевидная мышца, которая ведет от ключицы к уху, ну, к нашему, да, то есть, ну, буквально, да, вот здесь. Вот, она к низу, она сужается и расширяется кверху. Здесь нужно смотреть аккуратнее. Вот смотрите, автор взял цвет освещенной области, хотя шея находится в тени, поэтому здесь нужно аккуратнее. Я вот сейчас прям сразу замазываю это все дело. Вот, и беру просто более темный оттенок на те места, где подчеркивается форма этой мышцы. Вот. Просто я увожу это в тень, потому что действительно шея в тени, она не может так выглядеть. Вот. Да, она там светлее где-то к низу, но тем не менее следите за логикой происходящего, то есть не может быть такой яркий участок, такой конкретно одна только сосцевидная мышца, раз такая злая и освещенная, ну такого быть не может. Вот, поэтому за этим следите. Вот ушко я тоже, ну, ввожу сейчас, просто я его когда рисовала, конечно, оно там должна была показать, где оно как. Естественно, оно тоже не освещенное в этом плане. Вот. Значит, так. Вот так примерно выглядит эта мышца здесь у нас на рефе. Рисую сейчас чисто по рефу. Я сама говорю, такой пока не нарисую. Вот, вот здесь вот более светлый участок. Все-таки гортань у нас немножко выступает здесь и идет к шее. То здесь нужно эти вещи замечать. Вот, что касается дальше, вот здесь то же самое с ключицей у нас. Вот, смотрите, относительно вот этого кусочка. А, сейчас, подождите, надо немножко довести ее, она вот тут вот где-то скипается. Вот тут вот. А, потом, смотрите, здесь, кажется, кстати, тот же кусок, он тоже такой мало освещенный. Берем отсюда же этот цвет. Вводим в тень, потому что он действительно здесь не такой освещенный, не такой бросающийся в глаза. Вот, покажем, что он все-таки в тени. Вот, несмотря на то, что есть такой яркий контраст за счет того, что это всякие рефлексы и прочее. Так, сверху чуть-чуть. Так. За ухо у нас вот так вот уходит. А вот шея имеет вот здесь, то есть волосы не падают на нее. Она прямо из-за уха у нас начинается. Сейчас вот покажу. Вот, вот таким образом где-то. Вот. И вот так у нас идет мышца трапециевидная. И здесь смотрим относительно сосцевидной мышцы симметрично, чтобы было. Наша ключица аккуратненько проводим. Вот она идет, вот так вот вверх и вот сюда загибается. Вот такого плана должно что-то получиться. Вот. А, дальше. Девочка тут, в общем-то, на рейфе, то есть не взрослая женщина, девочка, собственно, то и видно. А, так, немножко рука. Ох, не люблю я обрезанные, конечно, эти рисуночки. Сейчас мы немножко их подвинем, наверное. Или просто расширим листок. Сейчас. Так, что у нас себе любим. Так, высота. Ширина. Давайте ширину сделаем 800. А, почти. Почти с той стороны, где надо. Окей, блин, у меня отраженный сейчас. Сейчас я же забыла не с той стороны. Так, 800. Вот так. Так, сейчас. Тут. А, значит, так, руки. Смотрим локти, то есть не локти, а плечи. У нас вот это плечо, да, задранное, оно все-таки поднимает наш локоть, потому что, да, это логично. Вот. И он становится не на уровне талии, то есть гораздо выше. В данном случае он становится где-то на середине вот этот, на середине высоты, господи, ребер, вот, грудной клетки. И что такое? Вот, на середине высоты грудной клетки, и, собственно, здесь она очень сильно обрезала эту грудную клетку сюда по рифу. Обрезала здорово, давайте это поправим. Грудная клетка должна быть немножко пошире. Вот. Я, наверное, даже сейчас тело это буду
Оно немножко уехало в бок. Сейчас. То есть оно вроде нарисовано нормально, но оно уехало в бок. Ну, мы подвинули немножко. Так, у нас получается линия таза верхние, вот эти вот, они находятся ровно под линией груди. Ну, собственно, уж вот так где-то. Вот. Ну, давайте это теперь приведем к общему знаменателю. Ну, как видите, меняется все. Так, серый, серый, плохой серый. Не рисуйте на сером. Берите какой-нибудь оттенок. Только не зеленый. Зеленым грязно будет очень. Вот, ну и видите, за счет этого смещается, собственно, все в бок. Вот, поэтому давайте это быстренько поправим. Так, свет здесь падает совсем не так. Здесь немножко грудь, может, получилась светлая, но очень, значит, разный получился цвет живота и груди сразу. Вот такого быть тоже не должно, стараюсь не допускать. Вот. Очень такая кукольная получилась грудь. Давайте немножко смягчим все-таки. Вот, потому что, наверное, я даже не знаю, за счет какой из них, потому что обе получились такие немножко пластилиновые. Вот, она все-таки не такая, то есть когда приподнимаешь, добра, когда поднимаешь вот так вот плечи, она все-таки довольно-таки свободно должна висеть, даже при условии, что на рельефе тут специфический, короче, рельеф. Вот. Так, сейчас мы это подправим немножко. Немножко смягчим, сделаем более естественное зависание. Так, сейчас. Относительно локтя. Так, это у нас тут и локоть спускается. Вот аж вот здесь вот он будет. Здесь, соответственно, рука изгибается. Не спешите лепить блики на груди, потому что они очень здорово сбивают. То есть пока вы объем не сделаете, вообще можно не увидеть буквально, что там у вас с этой грудью. Блин, такие куча всяких оттенков, прям хочется в ЧБ сразу перевести и подправить сам объем. Так-с. Вот такое, знаете, когда грудь поднимаешь, мышца, которая держит вот это вот, да, держит, вернее, соединяет наше плечо с грудью, вот она очень здорово выступает. В этом случае ее видно не сильно, но она здесь есть вот подчеркнутая на рельефе, значит, вот этой, скажем так, подсказка, что вот она, эта мышца, не пропустите ее. Она так немножко здесь в тень уходит, вот она. Вот. Уходит в тень и при этом придает, ну, груди вот это поднятое состояние такое. И вот тут вот, вот видите, вот такого плана, типа как скобка, что ли, я даже не знаю, вот так вот она вниз уходит. Вот, немножко на разном, по идее, должны быть груди уровни. Хотя тут за счет перспективы, наверное, этого и не скажешь. Ну, чуть-чуть приподнятая она. Сейчас я попробую поправить, сейчас без особо без разговоров, чтобы просто прийти к объему к этому. И не такое яркое здесь, конечно, должно быть. Так, здесь она более выступает. Вот более освещенная часть. Вообще, по сути, грудь — это мячик. Вот, его можно довольно-таки легко, ну, нарисовать. Если шарики умеете рисовать, красить, то можно и это сделать. Ой, тут такая специфическая тень от нее, вот так вот вниз она уходит. Это надо было нарисовать прям по рельефу исключительно, потому что у нас источник света, он, ну, вполне себе, как это называется, читаемый. Вот, и можно это все дело увидеть и подчеркнуть. Шарики. Да, шарики. Так. Вот. А вот здесь как раз вот участок, который ярко очень освещен, здесь можно было его подчеркнуть. Вот, вот этот.
Он как раз подчеркивает тень, которая падает с соседней груди, и получается, ну, высвечивает, скажем так, левую ее объем. Вообще хорошо, когда есть рефы. Вот, но не всегда понимаешь, как с ними вообще работать. Да, кстати, на ММК будет лекция на тему рисуем от пятна и правильное пользование рефами. Собственно, мои любимые, наверное, темы. Вот. И не знаю, сколько это будет длиться, меня там спросили, значит, ну, какой вам срок нужен для этого проведения. Я, конечно, написала, что пара, ну, то есть 1,5 часа, но трудно сказать мне. Об этом можно, по-моему, говорить вечность, особенно если что-то еще спрашивают, задают вопросы там и так далее. Вот. А здесь немножко мы смягчаем свет от нашего вот этого яркого, где мы вывели ну, разграничение между тенью соседней груди и так далее. Вот. Смягчаем. Здесь смешиваем вот это все дело. Там еще рефлекс у нас есть. Вот без рефлексов тоже плохо. Вот рисуйте на сером фоне. Какой делать рефлекс? Ну, во-первых, я всегда советую на коже делать все-таки голубоватый, потому что он хорошо контрастирует и не грязнит. Вот. Потом уже там, вот, как видели, может, на последних работах у меня зеленый появился. Это просто я научилась. Вот до этого у меня такая грязюка была дикая. Вот. Но брать исключительно нужно рефлекс, который светлый и, наверное, насыщенный. Иначе просто потеряетесь в собственной работе. Вот, этого допустить нельзя. Так, где у нас находится эта линия, заканчивающаяся тенью? Где-то на уровне, вот как раз где у нас таз. Сейчас мы поправим с вами ее анатомию таза, потому что из-за хирургии нам пришлось немножко ее сместить. Вот. Ставим на место пупочек. Рисуем объем живота. Объем вот тут вот автор постаралась, можно сказать, над верхней частью, но позабросила сильно нижнюю. И поэтому получилось так, что, скажем так, объема не хватает на тех же ногах, просто не видно. Они такие какие-то однотонные, не получилось просто их, как это сказать, выделить, ну, относительно там тела. То есть они получились плоскими. Вот. Так, относительно пупочка, вот эта мышца, которая вот она вот так, ее верхушечка чуть правее получается будет, чем линия центра, линия вот пупка, скажем так. Примерно одинаковый тон у нас на ногах будет светлый, там она будет прям различаться незначительным, ага, вот я вижу, незначительным вот как раз таки цветом дальней части, скажем так, ноги. Сейчас я подберу его. Вот. А здесь будет вот такая же светлая, потому что свет у нас падает там аж сверху. Вот. Сейчас правим линию бедра. Так, здесь у нас, конечно, такого нет. Давайте приведем на место наши все недостающие органы, чтобы им было место, значит, где расположиться в теле. Вот. Также не забываем отражать рисунок, чтобы видеть, где у нас что пошло не так, то, что мы не заметили. Так. Для тех, кто, может быть, недавно присоединился, я делаю оверы сегодня, вот, и их комментирую. Если кому-то интересно, собственно, задавайте вопросы, можете прислать свои оверы, пока у меня есть время. У меня еще тут, сейчас скажу, сколько. Так, у меня еще. О, боже, это не тот альбом. Секунду. Так, один точно есть. Да, еще один овер у меня здесь. Вот. Так что, я думаю, вполне может хватить времени на еще один точно. Вот. Так что, если у вас есть, присылайте, пожалуйста, мне в ВКонтактике в альбомчик Аверомания. Вот у него ссылка. Вот, можете. Естественно, это все бесплатно. Просто пока у меня есть время, я уверю. Так, я вытяну назад. Так, с ноги. Значит, дальняя нога у нас все-таки уходит вниз, оно и понятно. Вот, то есть изгиб у нее от линии вот таза. Вот он здесь сюда аж смещается у нас немножко. Такс, вот где-то я сейчас дорисовываю немножко объем, чтобы не пугались.
Так, объем животика. Объем в грудной клетке. Так, не такой яркий. Я стараюсь, в общем-то, конструктивно это сделать, полностью перерисовывать мои оверы тоже плохо. Имейте в виду, что мой овер – это просто свежий взгляд на вашу работу. Вы должны увидеть свои ошибки и сами их переделать. Вот, потому что я тоже не все могу заметить, потому что я тоже учусь, собственно, на ваших оверах. И отчасти, где я могу помочь, я помогаю. Где не могу, там, ну, пробуйте сами. Вот. Далее, значит, спускаемся вниз. Опять у нас тут, ну так, нет, не такая светлая. Наверное, вот такой где-то оттенок. Освещенная у нас область ноги. Так, здесь у нас такие немножко квадратненькие бедра. Немного она, ну, чуть-чуть, наверное, подростковая у меня есть анатомия. Вот. Потому что, говорю, вот такие квадратненькие немножко бедра. Слегка. Вот. И плюс она сидит на плоскости здесь. Я думаю, мы не будем здесь это изображать, потому что не влезет опять рисунок править, это тоже не очень. Так, вот тут, значит, нога, она вот так вот изгибается, тут уходит в коленку. В коленку здесь вот довольно-таки равномерно освещено. Вводим ногу на освещенную. Так, здесь немножко затеняем, потому что у нас вот эта область ноги, получается, свет падает немного по-другому. Вот. Так-с. Так, на место ставим, значит, эту вымочку у нас. Вот она тоже будет освещена довольно-таки хорошо. Так, сейчас. Здесь я сейчас буду, чувствую, опять двигать пупок. Так, да, наверное, чуть-чуть надо будет его подвинуть. Сейчас. Вот, старайтесь, если уж вы выбрали цвет тени для вашего объекта, вот какой-нибудь вот такой, да, розоватый какой-то оттенок, то уж старайтесь его везде использовать. Не пытайтесь разного цвета везде делать тени, особенно если вы учитесь, что у вас иначе пойдет, ну, неразбериха. То есть на фотографии это одно, а то, что вы рисуете, у вас должно быть четкое понимание, что цвет света у вас, например, там желтоватый, цвет тени у вас там синеватый или там фиолетовенький какой-нибудь, ну, оттенок. Вот. И не пытайтесь 150 оттенков придумать для тени, потому что для этого нужно, наверное, миллион нарисовать работ, чтобы уже самим выдумывать эти оттенки и как-то их там мешать. Вот. По рефу ваша работа в первую очередь состоит именно в конструктиве, чтобы научиться. Вот. А вот эти все штуки потом, там стиль и прочее, это уже все потом придет к вам. Вот. В принципе, рука дальняя получилась неплохо, а чуть-чуть локоть, правда, здесь забыли. Вот. Локоть у нас будет, смотрите, ровно, прямо на уровне вот изгиба. Вот тут. 50 оттенков, да-да. Вот, локоть я дорисовала. Сейчас делаю какой-нибудь такой цвет. Вот, и, соответственно, вот здесь чуть-чуть я подправлю, ну, вот эту вот мышцу, чтобы была видна. Сейчас идти в этой тени. Такая, может, длинная у меня получилась. Просто когда чуть-чуть исправляешь позу, то что она все-таки не совсем прям такая точно получилась, просто потому что, ну, более уведенное назад плечо, скажем так, получилось здесь. Выжу немножко вот эту вот в тень, потому что она все равно убирает. Вот. Ох, конечно, мечтаю я рисовать как один взрослый дядечка, но пока у меня этого скилла не хватает. Вот то, что у него уже просто царские. Я себе их, у меня много их в папочке с рехами, можете посмотреть. Я регулярно сохраняю что-нибудь новенькое от него. Просто сами оверы, потому что они божественные на мой вкус. Я когда-нибудь, может, до этого тоже дойду. Так, руку. Так, рука уходит у нас за ножку. Немножко уведем ее, потому что она не такая насыщенная здесь по свету. Тем более она уходит за пределы, да, второй ноги. Так, теперь что у нас с тазом? Давайте уже доведем это дело до конца, то бедная девочка, хочется
хорошие бедра, нормально, чтобы все там помещалось. Вот я думаю, где-то вот так нормально. Так, теперь относительно пупочка. Здесь у нас освещенный кусочек правильно от кости. И вот здесь у нас освещенный кусочек от кости. Так, немножко это все дело растушевать, потому что здесь довольно-таки плавный переход между этими цветами. Просто сделаю намеки, что вот они здесь есть. А потом, пожалуй, делаю. Плёр возьму, потому что не получается. У меня сейчас будут тушевать очень долго. Вот, плёром пользуйтесь крайне аккуратно. Так, для понимания, что ты делаешь. Если не понимаешь, просто разблюрит, то лучше вообще ее не трогать. Вот. Сейчас линию ноги мне надо поймать, потому что я ее пока плохо чувствую на этом рисунке. Наверное, она должна быть пониже, что ли. Сейчас. Так. Да, чуть-чуть пониже. Так, наверное. Да, у меня есть на Ютубе, возможно, там будет иногда отключаться звук, потому что я делаю это с песнями, и они, ну, короче, там фильтруются, короче, как-то и приходится песни удалять, и не всегда заметно. Хочется с музыкальным сопровождением, все-таки без музыки рисуется гораздо медленнее. Вот, и вообще, она как-то настраивает на нужный лад. А искать конкретно, забанят ли за эту песню, это просто, не знаю, на мой взгляд, кошмар какой-то. Вот. Разве что одну какую-то пускать на фон, но от нее тоже может, ну, да, есть, скажем так, такое дело. Руки, сами кисти, я не против, ради бога, выкладывать это все дело бесплатно, чисто на такой основе, ради бога. Значит, руки, сами кисти можете использовать так же, как и насчет носа. У него здесь тоже близко всякие там разные сосуды, как вы видите, да, ладони, вот если перевернете, а кожа более темная, ну, за счет кожи, да, на пальчиках, например, красная. Вот, это все распространяется целиком на ладонь и даже на верхнюю часть пальцев. Вот, поэтому можете смело, так же как с носом поступать, брать и красить именно в красные оттенки. Вот. Кровеносный сосуд там близко, поэтому хуже от этого точно не станет никому. Так, сейчас я тут кое-что еще нашла, вот этот кусок. Ты пока на риф 100-500 раз не посмотришь, по-моему, не увидишь этого всего. Так, почему здесь довольно-таки насыщенный такой кусок, ого. Сейчас. По свету я имею в виду. Во, уже лучше. Так. Так. Сейчас еще пару штрихов здесь сделаем. Так, сейчас, секунду. Бедра еще подправить. Ой-ой-ой, тут, конечно. Нужно много работы, конечно, потому что быстро это все исправить. Так вот прям. Особенно с моим скиллом не всегда получится. Быстро не получается пока. Так, в целом, ногу сейчас тут исправить, я забыла синтезировать. Так, нога изгибается. Вообще с рифами очень аккуратно работайте. Старайтесь не срисовывать его целиком. Старайтесь брать несколько референсов. Можно из одной и той же серии рифов, например, вот как часто фотографируют модель до добра. Фотографирует модель на таком круге, да, который крутит ее, и, значит, тупо вот одна модель в разных ракурсах у вас есть, то есть вы можете взять два и нарисовать нечто среднее. Вот. Это очень здорово, хорошо помогает для умственной визуализации внутри головы, как у вас должно что выглядеть и как вообще крутить это все в голове. Вот, то есть уже без референсов. И, собственно, это правильное использование референса, то есть вы не срисовываете тупо картинку, а у вас полноценный стадик, то есть вы учитесь полноценно. Вот, это очень полезно для начинающих, да и вообще для всех, наверное, кто старается этим, не знаю, там, зарабатывать, как-то там ведет учет своим успехом и так далее. Вот, очень эффективная штука, рекомендую. Насчет, кстати, скетчей. Если вы делаете скетч человека, то, по моему опыту, я вот обратила на это внимание, делайте его вот примерно вот такого оттеночка. Вот. Вот что-то такое.
сам скетч. То есть не черным, не серым, там, не синим, а вот исключительно красным. И когда вы будете красить поверх, смешивайте цвета, знаете, как снизу будет проглядывать иногда этот скетч, он будет очень эффективно подчеркивать даже незаконченную работу. Вот, то есть, может быть, вы ее там даже и не закончите, и тем не менее, вот эти вот оттенки, они очень эффектно подчеркивают работу. Вот, рекомендую тоже всем. Очень это здорово. Так, мне не нравится этот тут, потому что здесь что-то мне нарисовано сейчас. Тут такая тут пространная, я бы сказала, такая тень. Она очень сильно растушевывается у нее на этой груди, за счет того, что она поднята и не такой уж большой у нее размер. Вот, и вот тут, ой, видно туда. Сейчас, опять же, да, блюр используем только, когда понимаем, для чего нам нужен. Просто так и вот балды не это самое, не страдайте. Я понимаю, что не хватает сосков, но извините. Какой был рисунок, я лишнего дорисовывать не буду, человек потом сам рисует, автор, то, чего ему не хватает. Справлю только анатомию уж. Вместо этого, я думаю, он найдет. И что такое? Господи, блюром хорошо, думаю, что не так. Так, вот у нас такой вот изгиб немножко, не такой яркий. Сейчас мы сделаем это назад. Добра-добра. Что, все настолько страшно? Это овер. Ребят, кто только что присоединился, я сегодня оверу. Я нигде особо не оставила просто объявление, потому что времени было мало, и ну, так, поставлять объявление, сейчас как клацать, ходить, это целое дело. Поэтому так вот немножко спонтанно получилось. Кто увидел, тот успел. Ну, кто подписан, в смысле. Вот, так, вот здесь вот уходит у нас вот ровно в таз, вот так вот. Короче, аппетитные формы делаются за счет хороших мазочков таких. Тут у нас коленка, возьмем этот цвет. Причем мазочки этой краски должны все-таки как-то... вот я использую небольшую текстурку, вот здесь вот спред. Ну, вернее, текстурку вот она прела, она мне стоит пока без нее. Но вот спред вот этот, он делает границы отпечатка кисти не такими неровными, слегка волосатенькими такими. И когда смешивают эти цвета, ну это как бы заметно, если просто круглые рисовать. Вот, он такой приятный делает очень... приятную работу, скажем так, за собой оставляет. Вот. Вот. И если, кстати, есть пока вопросы, пока я доделаю вот этот овер, вы можете их задавать, потому что я сейчас приступлю к следующему. Там просто редлайн будет. То здесь такой полноценный, скажем так, с объемом. Но я тут поправила не все. По сути, тут хорошо бы еще и руки довести до ума. Вот. Но так как я ограниченного времени, я саму основу управлю, и потом автор уже будет исходить из своих каких-то мыслей о том, как он будет это все дело править. Смотрю, как тут обрезано просто. Видите, рисунок там у меня полностью девочка сидит, то есть на референсе, конечно, вот с этими обрезками не очень. Как это все подчеркнуть, так что... Ну, короче, по композиции тоже старайтесь смотреть, чтобы у вас оно как-то нормально было. Так, тут руку я подправила, потому что вот этот вот изгиб, наверное, плеча, который я сама, наверное, никогда не нарисую без рефа правильно, потому что он всегда какой-то у меня криво получается. Не знаю, почему не получалось он у меня на протяжении еще очень долгого времени, и я пробовала когда рисовать вот этот вот. Вот. Мне всегда казалось, что какая-то сильно опухшая рука, в общем, насмотрелась так как-то ужасненько, вот, и не могла я, в общем, смириться с этой мыслью и прекращала, скажем так, рисовать именно этот ракурс, потому что он реально смотрится жестковато. Да, главное вовремя написать, ребят. Так. Значит, с этой девочкой, я думаю, я закончила. Сейчас вот только немножко сведу на нет. Здесь вот изгиб локтя. Сведу немножко на нет. Просто тут вот тень, а то она какая-то получилась не очень. Вот. В общем, что-то такого плана. Естественно, здесь цвет коррекцию нужно делать. Вот.
лицо, давайте все-таки я доведу тоже дома. Вот. Покажу просто конструктивную часть. Так, что у нас тут? Самые, запомните, значит, самые, если цвет стандартный где-нибудь сверху сбоку там, то самые освещенные участки — это у нас выпуклая область на лице. Это надбровные дуги, соответственно, нос, скулы, вот тут на губе вот это вот верхнее, и вот эти вот части. Вот. Ну и, соответственно, подбородок там, где он выбирает. Вот это самые такие освещенные области, которые, на которые падает свет, ну, всегда в этом случае, потому что они выступают. Вот. Соответственно, нос тоже там, ну, на носу, но не везде. Вот тут небольшое такое затенение должно быть. Сейчас, где-то вот так, да. Это все, конечно, хорошо бы показывать более... Ну, сейчас я, в общем, я нарисую лучше, а вы посмотрите, так тут понятнее. Смотрите, видите, я делаю перспективно-симметрично. Но запоминайте то, что от нас дальше, оно всегда менее контрастное. То есть, если вы рисуете то, что от нас подальше, имейте в виду, что оно должно быть не таким выпирающим, ну, тут, в плане контраста, иначе оно будет лезть очень сильно вперед и затмевать то, что у вас действительно на первом плане находится. Вот. Просто должна быть какая-то аналогия, какая-то аналогия в плане расположения вот этих вот бликов, там всего остального, да, что ж такое вылезь. Вот. Так, какая у нее тут тень под носом? Тень под носом у нее довольно-таки, сейчас скажу, четкая. Вот. И что я, собственно, сейчас тоже проверну. Ямочка. Ямочку аккуратно, не ядрите с этим делом. Вот. Видите, показала, что у меня ямочка под носиком. Вот. А, свет падает у нас сюда, сюда, вот тут над бровями, вот сюда, вот он вполне может падать. При таком освещении можно это подчеркнуть. Так, разблюрю, потому что понимаю, что я разблюриваю, аккуратнее с этим. Так, тоже вот сюда может немножко уходить, видите, это такой перекат, скажем так. Вот, что еще забыл автор, все-таки веки человека есть. Вот, я думаю, что это надо показать их хотя бы небольшую линию, вот так. Вот, добавим ей веки и покажем, что да, они у нас есть. Вот, то же самое можно сделать снизу чуть-чуть, вот так. Вот, слегка черты поменялись, ну, совсем слегка, просто я подчеркнула то, что, то, чему не хватало, вот этого подчеркивания. Вот, немножко вот форму носика, видите, я сейчас поправила, более такой стал выпуклый. Вот такой вот носик хорошенький, аккуратненький. Ой, не-не-не, это лишнее. Только разве что. Вот. Значит, так, губы еще я кое-что тут подправлю. Очень грязные просто получились. Давайте. Смотрите, линию рта. Вот берете цвет губ, просто уводите его вот так вот немножко в темноту. Да? И, значит, помним, да, у нас есть центр губ. Вот, линия нашей симметрии. Вот этим цветом вы делаете вот так. Вот, видите, чистенько получается. И, ну, такой ровненький. Вот здесь черный, я его, конечно, не закрашу сейчас. Так, чтобы прям аккуратно было. Стараюсь, но пока получается не очень. Так, помним, что можно сделать такую, типа, ямочку в конце рта. Вот. То есть губу самую вот эту я сотру сейчас. Возьму еще раз вот этот цвет для губ, который... Вот, смотрите, вот так вот добавлю. Вот. И возьму опять цвет губ вокруг, так вот, чтобы на нет слегка свести, ну и цвет кожи вокруг, то есть показать, что тут линия рта, вот она вот есть, там сзади тоже ее так вот наметить. Вот она смотрится мягче и гораздо приятнее, чем просто если сплошная линия какая-то, какой-то черноты. Вот, добавляем.
тоже, ну, волосы, я так понимаю, рыжая девочка, вот, и немножко в красноту иду. Возьму оттенок, просто покажу, где должны быть блики от волос. Ну, не блики, вернее, а сам, ну, объем волос. Потому что не всегда тоже это получается правильно сделать. Вот, а я сейчас примерно покажу, как, где это будет. И чуть-чуть теплее, так как свет у нас теплый. Вот что-то типа такого. Ну, естественно, автор имеет полное право на свою интерпретацию, моего овера, пусть как хочет перерисовывает. Мое дело подсказать вот основные ошибочки, которые получились в процессе рисования. Вот. Не у всех получается их увидеть, заметить. Вот. Собственно, с этим овером пока что все. Вот. Остальные все там с руками моменты. Туда осталось еще, конечно, недоработок много. Вот. Но референс тут перед глазами у автора. Я подправила пропорции. Я думаю, далее она вполне сможет сама довести его до ума. Вот. Так что эту картинку я сохраняю. Сейчас я ее выложу, ребят, быстренько сразу, чтобы не забыть. Так, сохраняем, да. Окей. Так, сейчас я выложу, минуточку. Голые девочки, голые девочки. Так. Так, 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 ссылочку на стрим. Даже не знаю. Я скину, конечно. Так. Окей. Вот, еще раз, да, говорю, на сером фоне не рисуйте человеков. Добавляйте какой-то оттенок на фон, чтобы у вас не было грязи. С грязью очень трудно справиться, то, что зачастую ты просто не видишь вообще, что там с этой грязью делать. Вот, так, дальше второй овер у нас на сегодня. Так, это мы убираем. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, открыть оригинал. Копировать. Новый вставить. Это у нас фанарт по Хейджу. Так, сейчас. Так, господи, это вот кроп. Значит, так, здесь мы просто по анатомии редлайнчик проведем, какой вообще возможен в анатомии антропоморфных созданий. Значит, так, первое, что хочу сказать, для таких вещей все-таки пользуйте рефы, дорогие мои. Вот, старайтесь не перерисовывать поверх, потому что это только минус вашему пониманию вообще, как что происходит, откуда что растет. Вот. В данном случае вот то, что бросается сейчас поправим, то, что бросается в глаза, это ну, как части тела друг к дружке прикасаются. Вот. Так, сейчас цвет возьмем, наш любимый Red. Так, начнем с одной из, так как они у нас отзеркаленные, то я думаю, что здесь можно поправить одну просто и поверх другой приставить, и все. Значит, так, начнем мы, наверное, с головы. Даже несмотря на то, что разные прически, все равно это все у нас поправить. Ой-ой-ой. Так. Значит, так, глаза. Начнем с глаз. Так как у нас получается немножко опущенный подбородок, судя по позе, вот, и более выступающий, добра, более выступающий вперед лоб, то есть получается, да, лоб к нам ближе, чем рот, вот, то исходим, значит, из. Так, сейчас забыла прозрачность, еще уберу немножко. Исходим, значит, из этих знаний. Так. Я буду рисовать, прям, наверное, перерисовываю все поверх, потому что очень немножко тяжкое. С такой позой работать мне, конечно, нужен референс, с которого человек это все дело рисовал.
Вот, ребята, если вы присылаете мне на оверы, то присылайте с референсами, чтобы я понимала, откуда вы вообще что берете. Вот. Еще раз повторяю, рисовать с поверх контуру плохо, не делайте так. Иначе вы никогда не научитесь вообще. Возьмите себя в руки и не делайте так. Вот, значит так. Кончик носа. Я его всегда, если я не очень понимаю, где он находится, я просто беру вот такой кружочек, рисую и относительно перспективы ставлю вот эту точечку, то есть центр как бы носа. Вот. И уже относительно его я могу нарисовать там ноздри и все остальное. Вот. То есть самой не видно. Ой, и вам не видно ничего. Ну так, нос какой-то, мягко говоря, совсем скривленный. Я не знаю, с какой-то фотки все-таки было срисовано, вот, но это нос этот, конечно, вообще. Ну, очень. Вот я просто сделаю построение сейчас. Вот он. А, вот эту область нашли. Вот. Вот, аккуратнее, ребята, с этим. Очень. Мне хочется очень, чтобы вы научились. Ну, пользуйтесь моими рекомендациями, потому что мне все время никто не подсказывал. Я через суть, блин, сама тыкалась. А когда все мне подсказали, я бы уже, не знаю, 5 лет назад бы научилась все это делать. Вот. Уважайте труд тех, кто. Он подсказывает. Так, брови сразу, блин, опять уехали. Вот стоило отразить, и сразу видно ничего не так. Опять же, да, не срисовывайте, ради бога, с фотографией, потому что там анатомия просто убогая. Фотография очень сильно искажает вообще всякое понимание анатомии. Я не плевала на побома на нее с высокой колокольни. Вот. Так, глаза. Так, если здесь у нас пройдет от носа, не видим на эту часть. Блин, тут нос опять полностью съехал. Ужас какой-то. Вот так, наверное. Надо еще прозрачнее делать, иначе это будет долго. Так, глаз. Очень, вот когда делаешь овер контурный, крайне трудно попасть иногда в нужную пропорцию, потому что она это, ну, ты видишь линии позади, и что-то рука прям сама тянется их повторить зачем-то. Вот. Это трудно вообще этого избежать как-то и абстрагироваться, поэтому надо сделать менее прозрачный предыдущий слой, чтобы просто оно тебе не мешало понимать, как оно должно быть. Так, сейчас, по-моему. Не так. Поменьше вот этот сгиб. Почти правильно нарисован, только вот тут меньше должно быть. Вот как-то так, наверное, так. Я не помню, какие там зрачки. Я нарисую просто какие-нибудь, чтобы она на меня смотрела, чтобы я видела, ровное оно вообще или нет. Так. То, что наверху нарисовано, это не веки, это ну, макияж. Вот. То есть форма глаз, вот она, вот я ее сейчас нарисовала, вот это глаза. А остальное это эти самые, это макияж. Ходит вот так вот аж за глаз, то есть там изгиб, поэтому я такое сделала завихрение, скажем так. А вообще вот эта штука, она длинная, ну вот вот довольно нарисованная. Так, вот это брови, значит, здесь тоже должна быть немножко опущена, потому что он тоже уходит за, ну, за изгиб. Так, губы, значит, нос здесь у нас прикасается к вот этой вот, да, к нашей эти ямочки, где все прочее. Вот она ямочка, значит, это центр, в общем-то, он правильно рассчитан, хорошо. Здесь центр немножко поехал, по-моему. Вот сюда, да, он сдвинул слегка. Опять же, смотрим немножко сверху, это значит, что у нас будут довольно-таки узкие губы здесь.
закуски и еще ужин. Смотрите, старайтесь рисовать губы без улыбки. Вот, просто в нейтральном положении. Улыбку можно сделать легко. Достаточно вот так вот точечки сделать, вот, вот, и все, будет у вас уже улыбочка такая, ну, легенькая. Вот, смотрите, что я имею в виду, вот, что я имею в виду. Вот. Видите? А внизу, соответственно, так, сейчас. Там губы, по-моему, большие, но все равно надо как-то вот так вот это делать. Вот. Я надеюсь, что лицо немножко пришло в норму, потому что у меня было немного проблематично с этой прической его как-то привести вообще в чувство. Так. Косички. Косички у нас есть. Сейчас мы тоже как-то волосы эти. Сейчас. Значит, лицо почти что one face, все-таки здесь будет видно вот эта скула. Вот, и вот оно лицо, грубо говоря, вот форма лица. Вот, это вот так вот оно. Дальше косичками закрывать. Очень пышная прическа, я не спорю, там в игре, по-моему, оно так и есть. Вот, но давайте все-таки сделаем немножко поменьше макушку, просто чтобы как-то вообще немного реальности добавить. Все-таки, я понимаю, грязь такое, там некоторые вообще вещи, которые не стоит тут срисовывать совершенно. Вот, немножко уменьшим это все дело. Алине, если она смотрит стрим, пожалуйста, совет, не пытайся срисовывать целиком мои линии. Вот ты видишь, как я сделала, пытайся нарисовать уже дальше сама, исходя из того, что я сделала. Иначе, говорю, ты будешь очень долго плавать в этом. Послушай меня, сделай, как я тебе говорю. Вот. Вот смотрите, относительно, сейчас вот у нас насчет линии центра, вот тут эти волосы идут в разные стороны, косички эти. Относительно, значит, одного уха можно нарисовать второе, просто проведя, скажем так, овал головы. Вот. Вот, значит, ну где-то вот, вот так вот будет здесь место для уха. Относительно, ну вот оно примерно, да, вот так вот и начинается. Вот. Как-то так. Далее, ну, косички, я думаю, узор косичек. Каждый уже сам для себя там сделает какой-то вообще. Вот. Но они не надо сердечками рисовать. Вот, смотрите, рисуйте вот такие вот. Не напротив друг друга, а немножко, да, каждая немного ниже. Противоположные те самые. И между ними просто такие вот зигзагики. Это все вот на косичку легко. Вот. И, соответственно, вот это поближе будет. Так, рука. Вот когда не понимаешь, что происходит, вот получается вот такой рисунок. Все-таки старайтесь как-то, я не знаю, даже, ну, как-то представлять руку. То есть я вот, например, рисую всегда вот эту область, вот эту кисть, она для меня треугольник. Ну, не треугольник, вернее, а трапеция такая вот, ну, обрезанная с верхушкой. Сейчас, блин, обрезанная. Господи, уже. Это треугольник, короче, с отсеченной верхушкой. Вот. И к пальцам он расширяется, вот, соответственно, сужается к запястью, к самому. Вот, поэтому я не понимаю обычно вообще, как рисовать эти руки, но я имею представление, что она состоит вот из вот этого треугольника. Поэтому сейчас я, наверное, не знаю, даже другой цвет возьму, сейчас я быстро эти костики нарисую, чтобы они тут были какие-нибудь. Вот. Например, я не знаю, так, что мы кисть рисуем сейчас, какой-нибудь просто другой оттенок возьму, я на моем слове. Значит, смотрите, руки, боже, люди, как вы без рефов живете. Вот, наверное, самая верхняя точка, вот, да, вот нашей кисти, как она сейчас, я смотрю тоже, ну да, где-то вот так вот и получается. Вот, видите, вот эта вот область,
Вот, но это как раз вот мой тот треугольник, который я представляю себе. То есть он, ну, грубо говоря, сужается вот ровно к месту, ну, вот этой точечки моей, вот, высокой самой. Вот, собственно, исходя из этого, я и, ну, действую каждый раз. Потом я уже довожу вот эти всякие вещи до ума. Вот, но вообще для меня это вот, вот он треугольник. Вот, то есть без него я не знаю, как я вообще могу строить эти руки. Вот, и дальше я уже исхожу из того, что вот она моя высокая точка, это будет основание указательного пальца. Вот, следующая чуть-чуть, она чуть-чуть, по идее, должна быть выступающей, то есть более длинной по отношению к этому, к указательному, то есть вот они точки, видите, вот. Следующая для безымянного и еще одна для этого, для мизинца. Вот, и дальше рисую фаланги. Обычно я рисую, ну, у меня с этим тоже, говорю, проблемы с руками часто. Вот, но я стараюсь как-то немножко это дело, ну, вывозить потихоньку. Вот, я рисую фаланги сначала только двумя палочками. Вот, то есть, ну, грубо говоря, потом можно поделить. Вот видите, если я делю, то у меня получаются эти фаланги, они на месте, в общем-то. Вот, кстати, тут когти у кошки должны быть. Вот. И, соответственно, я вот так вот делю их. Вот тут, видите, не может быть такого резкого. Тут у нас, да, как они называются, господи, атовизмные эти перепоночки между пальцами. Вот, поэтому их тоже можно показать все-таки, хоть как-никак они были у нас когда-то. Вот. То же самое здесь, вот такая, ну, небольшую перепоночку покажем. Вот, вот они, наши пальцы. Вот я делю просто на фаланги, чтобы не плевались. Хотя, говорю, у меня самой с руками не самые теплые отношения. Вот, поэтому у меня с ними тоже куча проблем. И от этого пока я еще никуда не делась. Вот, грубо говоря, вот какая-нибудь такая рука. Ну, а дальше уже мышцы, да, вот здесь вот мышцы. Ну, не мышцы, а, да, вот такая пухленькая часть ладошки есть. Вот здесь вот действительно, вот как на фотографии, видимо, было. Ну вот, мы действительно так и проделаем. Просто вы, когда рисуете, должны понимать, чего вы рисуете. Вот, если вы не понимаете, у вас получается, ну, грубо говоря, лажа. И, не знаю, бесконечное непонимание того, как же дальше с этим быть. Вот она, верхняя область ладошки, вот она, наша высокая точка, вот она, наша ладошечка. Вот ее центр, скажем так. Вот. Видите, по вот этим вот построениям можно рисовать абсолютно любую одежду на ней. Ну, то есть, ну, перчатки там, да, какие-то. Без пальчиков, например. Вот. Тут надо понимать, как что складывается наша рука. Вот. То есть, по сути, здесь такой удлиненный ромб. Вот. Вот такого плана должно быть что-то. Вот. Локоть же есть. Он не может быть таким гладким. Вот он, локоть наш. Вот как-то его обозначить. И опять же, у меня рефа нет. Я сейчас очень предполагаю, то есть, что он как-то вот так вот, наверное, выглядит. Вот. Здесь немножко пухленько, здесь опять вот такая выемка вниз, то есть показывает, что вот здесь вот плечо начинается у нас, вот оно плечо, вот. От плеча раз вот здесь, это вот наша мышца, которая поддерживает грудь, грубо говоря, и вот так вот, это капец какая должна быть грудь, чтобы вот так вот она провисала, это разве что только если одежда, вот. Здесь действительно у женской половины населения действительно вот так вот провисает вот эта область мышц, это нормально, ничего там ужасного нет. Вот, то есть во всем содержится какая-то геометрия, и надо понимать, откуда она берется, чтобы правильно суметь нарисовать ту или иную ее часть. Вот, то есть как бы отдельные запчасти тут правильные, но видно, что человек, по-моему, срисовал просто с фотографии. У меня глаз намелен, и да или нет, человек, если сам себе хотя бы признается, это уже шаг к успеху. Вот. В этом ничего такого нет, как бы я пробовала одно время, но мне не понравилось, я понимаю, что у меня там такая ересь получалась, что просто ужас. А, кстати, вот сейчас вот я нарисовала, и я вижу, что у меня немножко не то получилось с этой шевелюрой. Вот мне немножко не хватает вот здесь все-таки. Все-таки это нормальная макушка, оставляем ее вот так. Вот, и здесь, соответственно, тоже немножко добавляем. Пусть оставляем. Вот это вот только я убрала, вот это лишнее, а остальное можно оставить. Вот, дальше, что касается шеи, сердцевидные мышцы, они такие нежные, такие изящные, особенно у девочек, вот, они должны заканчиваться вот такой вот, то есть, они не просто прямая, а вот, знаете, вот здесь прямая, а тут раз, так, ну, выемка, и вниз, вот, то же самое здесь, вроде прямая, раз, выемка, блин, не в ту сторону,
Раз, выемочка такая, и вниз. Но опять же, без фотографии я не могу сказать вообще, как тут что. Говорю, у меня очень трудно некоторые вещи без фото вот так вот оставить. Я могу только вот сейчас додумывать и только на почве, на базе своих личных каких-то знаний понять вообще, что тут произошло. Вот. Значит, выемочка вот эта, вот она. Вот здесь вот. Вот они, мышцы, ой, эти самые кости, ключицы. Вот здесь, вот они. Вот, соответственно, вот тут вот сосцевидные мышцы. Я подозреваю, что как-то тут, вот какой-то тут изгиб, но я его показать, наверное, не смогу здесь адекватно, вот честно, вот на шее, чтобы какой-то объем с помощью линии вам показать, я просто, наверное, не смогу, потому что я не вижу без рефа его просто, ну, сама, у самой лично у меня это не получится. Вот. Что касается второго плеча, тоже оно, вот помните, да, мы рисовали предыдущий, вот так вот она приподнимала плечо, здесь вот такая вот выемка получилась, то же самое и здесь, то есть, несмотря на то, что вот она есть трапециевидная, но при вот таком положении, при определенном ракурсе, она как бы съедается немножко, вот, и вот такая вот, плечо такое немного выступающее получается, вот, вот так вот как-то. Вот, опять вот этот же ракурс, смотрите, вот тут же руки прижатые, вот когда вот здесь вот выступает вот эта вот область, которую я дико не люблю, еще она уходит вниз. Кстати, если рука уходит вниз, вот как на этом рисунке, то лучше уводить ее вот сюда направление. Вот, то есть не тупо прямо вниз, а вот сюда показать, что все-таки она уходит вниз, а не куда-то там расширяется и так далее. Вот, это дело тоже такое нелегкое, и надо... Ну, короче, исправлять лучше сразу такие вещи. Вот, как-то так. Здесь, значит, кусочек, там, где у нас опять вот эта мышца, которая проводник к нашей любимой груди. Вот, тоже это все надо учесть и ее как-то правильно, не знаю, поставить. Я так понимаю, здесь одежда, но даже при условии, что здесь одежда, все равно нужно, блин, как-то это дело... Она еще и голову поворачивает, о боже. Сейчас, 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 сейчас. Я придумаю, как это все разрешить. Да не просто, ребята. Вот здесь, видите, ключица тоже идет вот к этой верхней, ну, к плечу приподнятому. Так, ну получается как-то вот, вот, я даже не знаю, вот так, что ли. Сейчас сотру лишнее. Волосатая грудь. Кто любит волосатую грудь? Познавайтесь. Так, и вторая. Она немножко будет, ну, слегка, вроде как фанфаст, но чуть-чуть развернуто у нас лицо. Плюс уходит немножко вверх вот эта грудь, правая ее. Вот, поэтому вот здесь, смотрите, я вот такую же линию рисую, как с предыдущего рисунка. Вот такого типа будет что-то. Вот. Вот такого плана будет. Вот помните скобочки, да, я вам говорила? Вот так. Вот. То есть вот это как бы нормально себя ведет, а вот это чуть вверх уходит, ну, за счет того, что ее приподнимает рука приподнятая. Вот. Значит, дальше, ох-ох-ох, не люблю такие вещи, ну, блин, зачем вы меня так усложняете, такие позы берете, значит, попец у нас здесь, вот как-то вот так, наверное, я полагаю, здесь раз хвост начинается, ну, грубо говоря, вот, да, вот по объему вот, вот такого вот хвост у нас как-то так будет идти, просто чтобы понять вообще, как попа начинается. И вот там вторая часть попы, но ее не видно будет. Вот. То есть не делайте попу просто линии вот такой, я не знаю. То есть, грубо говоря, попа это сердечко. Вот. Оно не должно быть как вот треугольничек со сглаженными углами вот тут. Вот. То есть это тоже имейте в виду. Дальше. Грудная клетка, которая у нас тут где-то должна быть. Сейчас посмотрим. Наверное, наверное. Могу без рефов. Это тяжко. Я не понимаю, что я делаю. Сейчас. Сейчас еще прозрачное дело, но сейчас вообще найму. Так. Вот, значит, так. Вот где-то вот.
Сейчас вот я нарисую, ну, себе построение подсказку, потому что иначе я, правда, не очень понимаю, как тут что строится. Значит, это вот у нас уходящая линия живота, вот, там где-то пупочек есть. Так, вот это бачок, который переходит потом в бедра. Здесь я это не нарисую, эту линию, потому что, ну, она так вот резко, скажем так, уходит. Вот. Значит, раз от пупочка так вот вниз идет линия к промежности, и, значит, здесь у нас тоже бедра. Так, я не понимаю, что такое, шорты какие-то или что-то в этом духе. Но я нарисую так, чтобы мне просто было самое понятно, дополнительное построение. Вот что-то в этом духе будет. Видимо, а может даже вот так еще. Так, 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 так. Вот что-то в этом духе, мне так кажется. Вот. Опять же, я говорю, по фотографии это срисовано нормально, но, блин, люди не срисовывают эти фотки. Пытайтесь думать головой своей. Иначе это будет очень... Вот. Так, это нога, я даже не знаю, вот так. Нет, нет, не так. Сейчас. Так, это вообще, наверное, вот так вот верхом не поднять. Так вот верхом будет. Сейчас я дойду до понимания. Очень, просто очень перспектива для меня не... Ну, не очень понятная, говорю, потому что рифа нормального нет. Фиг его знает, как он получился. Живот не висит, это я пытаюсь построить линию симметрии. Это ничего тут его и не будет видно толком от живота. Я пытаюсь просто построить для себя понимание, как оно к чему крепится в этой перспективе, а это не так просто. Так, сейчас вот эту линию тоже уберу, вот он мне мешает понять вообще что-либо. Так, это хвост. Ой, ясно, значит, время нового слоя с каким-то другим цветом. То, что я не понимаю, я что происходит. Так, вот. Получается, вот так вот попа должна быть, боже. Нет, не такая. В смысле, на оригинале висел. А, ну, висел, ну, это, скажем так, там, я тебе скажу, просто на моем опыте, я 100 раз видела обрисовки, это, скорее всего, просто с фотографии контур сведен. Поэтому там вообще непонятно, откуда чёрт это. Вот. А я пытаюсь разобрать и понять вообще, как ее построить, если бы я сама рисовала. Вот, а это не так уж и просто. Блин, тут, по-моему, вообще вот так вот будет. Ох, 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 блин. Люди, не берите такие позы, когда вы не понимаете, как их строить. Потому что мне потом их вам исправлять, а я вообще теряюсь. Или хоть реф давайте, откуда вы это берете. Так, это... Ох, ох, ох. Если бы попа стояла, то было бы, наверное, так. Может, тут... Нет, плохо. Нет, 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 нет. Плохо и непонятно, что самое печальное. Так, если... Получается, вот так вот попа. Идет вверх и на спину. Так вот тут копчик, с которого наш, типа, хвост начинается. Окей. Так, ладно, лучше. И вот эту ногу. Она, конечно, назад загнута, но, блин, мне так не нравится, как она загнута. Действительно, что так, это просто пипец, честно. Я вот поэтому, блин, не люблю такие позы, вообще непонятно. Ты чё, чё растёт вообще? По-моему, вот так это лучше будет. Сейчас даже не так. Вот, нет, ещё. Вот так. И вот здесь вот так. Ну так и то, по-моему, получше. Сейчас я попробую нарисовать. Где тут мой этот слой? На уверы у меня часто больше слоев уходит, чем на оригинальный арт. Так, это получается.
Если я возьму сейчас вот так вот ноги, это сейчас сотру, сейчас лишнее сразу убирать. Вот это. Так. Вот такого плана. И здесь все-таки вот так сделать. Тут получается будет живот все-таки. Блин, вот это вот. Не знаю, я как эта одежда, что это такое, но мне она так не нравится. Блин, не то слово сейчас. Так, что если я сделаю повыше и вот так вот. Вот так чуть-чуть лучше, но все равно не фонтан. Сейчас. Просто я пытаюсь ее сделать немножко более изящной, она очень массивная получается, прям слишком массивная, даже для там вот этого рода кошачьих, у которых это все дело такое. Ну, вроде так вот получше. Опять же, при условии, что это все-таки одежки. Так. Ну, вот я бы вот так сделала, ребята. Не знаю, как вы. Вот, для того, чтобы окончательно закончить этот рисунок, достаточно будет отразить овер один на другой, потому что они абсолютно зеркальные, и справлять вторую могу просто скопипастить и все. Вот, хвост. Блин. У кошек, у этих, у них хвост довольно-таки плотный и такой широкий, вплоть до самого кончика, там, где вот кончик, он, знаете, он упругий просто, он не как веревка, короче. Вот. Поэтому такой тоненький он быть в конце не может. Лучше тогда уж кисточку рисуйте побольше, чем вот такую тонкую эту висячку. Вот. Не знаю, я говорю, я бы вот такое бы сделала что-то. Вот. К углу рисунка, конечно, тоже не очень хорошо на все смотрится. Вот, ну короче, вот такого плана что-то я бы сделала. Сейчас смотрю последний взгляд. Ну, наверное, вот все, что я смогла, я сделала здесь, потому что очень для меня сложно это все. Так, сейчас там вот этот Ctrl-E. Так, all. Ставить. Ой, нет, перепутала я не там. Что ты делаешь? Копии вставить. Трансформ. Где тут? Отразить. О, какая. Видите, это по сути только там прическа меняется. Вот. Сейчас тут глаза, господи. В общем, как-то так. Причесочка. Сейчас мы тебе быстренько сделаем. Тут, получается, видны будут наши все вот эти ключицы и прочее. Сейчас мы дорисуем такие. А, нет, не видны. Блин, ну тут ясно, тут все закрыто. Ой, все. Короче, здесь хвостик. Вот тут, блин, чем я рисую? Сейчас белым цветом, все нормально. Так, значит, здесь у нас такая, там какое-то такое украшение треугольное. Сейчас я его не вспомню, но, в общем, оно прямо ровно за макушкой такое начинается. Вот. Так, там немножко другая. Это, как она называется? Ну, короче, челочка другая. Такая какая-то. Вот, и хвостик. Действительно, он такой вот не спадающий. Так, рисунок. Я там не помню, на глазах какой. На глазах другой. Там рисунок и глаза немножко более узкие. Ну, это фигня. Это легко сейчас сделать. После того, что уже проделано, просто сужаем, век немножко опускаем. Вот так вот. Вот. И само веко дорисовываем. Вот, брови там тоже немножко другие. Сейчас, ну это тоже легко поправить.
Они там, насколько я знаю, шире, гораздо шире. Действительно, вот как вот нарисованы, вот такие вот широкие брови. Нарисуем просто их на своих местах. Этот персонажа видела. Вот. Губы я не трогаю, нос я тоже оставляю. Вот. Здесь вот такой вот рисунок у нее. Вот как-то так. Ну, засим, собственно, овер на эту работу закончен. И, ну, да, челочка немножко это спадающая. Где? Вот. Блин, что-то маленький какой-то отпечаток кисти. Вот. В общем, такого плана, ребята, работа. И вот здесь кусочек, хотя тут тоже волосы, но, блин, я не могу, у меня просто сюда, пускай будет. Вот. Так что имейте представление о том, как все-таки стоит выбирать позы. И опять же, если не понимаете, не знаю, возьмите фотографию, значит, откройте ее в фотошопе, или где вы там рисуете, уменьшите прозрачность, попробуйте. Конечно, попробуйте ввести основные контуры, но при этом сверху попробуйте вот построить кружочек, вот как я делаю, провести симметрию, чтобы понимать вообще, откуда что растет, чтобы представлять, какими формами это рисовать, если вот рисовать самому. Потому что, опять же, я сейчас справляла без рефа, и я более чем уверена, что у меня тут вот столько ошибок. Вот. Но, ну, согласитесь, наверное, стало все-таки получше. Потому что был-то вообще атас. Так. Сейчас я сохранюсь, выложусь быстренько. Да, сохранить. Так. Вот это твое готово, Алина. Старайся все-таки не обводить фоточки. Так, окей, сейчас секундочку, я ссылочки дам авторам на их овер, а то я забыла это сделать. Так, копировать. Так, верни меня назад. Так. Да ничего. Так, что у нас дальше? Сейчас я посмотрю, секундочку, сколько у меня есть времени. 16-16, у меня уже почти времени осталось. Сейчас, минутку. Так, да, я думаю, наверное, на сегодня все. Ребят, еще раз напоминаю, что у меня конкурс по Архейджи, если кому-то интересно. Завтра последний день сдачи. Я понимаю, что это вовремя все сообщается. Вот, ну уж как есть. Вот, ссылка на него вот здесь. Сейчас я кину еще разок, кто присоединился позже или недавно. Вот, вы еще успеете поучаствовать. И оценивается здесь не столько ваша крутота, сколько ваш прогресс за определенный срок. Вот, поэтому не бойтесь принять участие. Так, и что еще? Еще раз, да, напоминаю, что скорее всего 30 числа
Я буду вести лекцию на Moscow Comic Con, и тема лекции будет рисунок от пятна и как правильно пользоваться рефами, то есть два в одном. Планируется, ну, насколько мы сейчас это обо всем договариваемся, но планируется это где-то на полтора часа. Вот, естественно, можно будет снимать, пробовать самим что-то делать и так далее. Вот, лекция будет посвящена, в принципе, тому, как я рисую моей технике и как я пользуюсь рефами, собственно, и как ими вообще правильно действительно пользоваться. Вот, так, подождите. И что-то еще сейчас хотела сказать. Да, в принципе, просто приходите на Комик-кон, там, говорят, много будет ребят. Вот, я буду в составе арт-грота. И со мной будут еще 4 художницы, еще 3 художницы. Вот, у нас много чего интересного будет. Вот, остатки буков, которые у меня еще остались, я их привезу с собой. Блин, цену, честно говоря, не знаю. Скорее всего, будет чуть дороже, чем я продавала их, ну, вот, как только напечатала. Вот, потому что траты меня ждут ого-го. Вообще, я не знаю, я еду на этот Комик-кон не с целью заработать, а с целью немножко просто продвинуться в плане популярности, потому что, ну, я думаю, всем художникам это нужно. Вот, и популярности в плане нашей группы ArtGrot. Так, значит, все новости и все вы можете, как всегда, ой-ой-ой, верни меня назад, как всегда сможете узнать у меня в паблике, вот, туда я постю самые основные вещи, поэтому вы ничего не пропустите, это первое, куда, собственно, приходят все новости. В остальных местах я их не сразу оглашаю. Вот, так что, если у вас есть какие-то вопросы по части рисования, если у вас сложности с рисунками, и вы, у вас что-то не получается, пишите мне в группу, пишите в личное сообщение, добавляйте в, господи, в эту самую, в папочку «Вероманию». Я на одном из стримов их обязательно уверну. Обычно у меня бывает так, что я, если начинаю даже стримить какую-то работу, то я делаю небольшой перерыв на уверы. То есть в ближайший стрим, скажем так, вы попадаете. Вот. Завтра я планирую стрим, у меня работка. Приходите посмотреть, оверы свои присылают. Это все бесплатно, и я объясню вам, подскажу и все такое. Вот. Ну и, собственно, на этом все. Вот. До встречи завтра, и творческих вам успехов. Пока. Mm-hmm.